Просит пройти контроль формы Елена Иващенко, Лина Цурук. Екатерина Шереметова, Полина Солдатова. Здорово. Лёх, выпрямись. А что там с этой девочкой, которая вот вся два такая странная, с кадаками? Что она там все базарила? Ну, она вот здесь, короче, сидела, и она Ксюша с этим вот, минимум. Со шмаком, и типа, отдайте мне деньги за билет или еще что-то. Да потому что тут, когда было тогда ужин, сейчас совершенно не было. И говорят, собери со всех билеты, а денег я типа завтра отдам. Да. Естественно, они стали всем непонятно. Они все расписались, билеты сдали, а типа денег нет. Они даже подумали, что мы их вообще скинули. Нет, они говорили, типа, они не должны давать денег. А что, как девушка? Федор. А, Федор, нет. Она, короче, сначала вообще... На татами все победы одержал Дмитрий Стерпов. Ну, короче... Все на меня наехали, что типа номер ты сама будешь оплачивать, билеты ты будешь сама оплачивать. На дальнейшем приглашается Василий Дурлай, Виктор Маслов. Нет, она вечером приехала, поздно ночью. Вон. Походу, я думаю, будет с Жаренком. Ну что, она лучше на нее промыть. Но она очень странная девушка. На татами Б победу одержал Рамазан Сеунов. На татами Б приглашаются Шамиль Наш, Сергей Устян. Приготовится Рустам Миникеев, Виталий Бяткин. Давай. Все замечательно. Вчера позирал Вовку Бильярд. Вовку, Бурлаков. Бурлаков, Вовку, Бильярд там был. Он так разбирается. Ну ты ж понимаешь. Не знаю. Ну раз ты на сборы уже не поедешь. На завтра, мне кажется, надо бросать. Внимание, на татами С пройти контроль кимоно Андрей Ивкин, Рустам Шагенов, Артем Синяков, Руслан Казаев. После окончания этих встреч на татами С будут проведены встречи весовой категории до 48 килограммов среди женщин. Просьба приготовиться и пройти контроль кимоно Валентина Володина, Юлия Шадилова, Наталья Самойлова, Мария Молодцова. Ну хороший же заклад, Саш. Ну пускай вращай, Саш. Давай, двигай. Держи, пускай.
кем тогда белый был? Страшно интересно. Тебе легче потом будет. У тебя будет все отработано. Да. Реально, так и есть. Нет, и на самом деле, вот смотри, до 23, когда мы селили, там другая гостиница, да, другой город, и совершенно другая ситуация. Мы вообще попробуй раскрутить ты его. Реально, потому что все приезжали утром, поезд приходил, и все приезжали одним поздним. Там один поезд просто. Это здесь как бы, да? Вот это здесь взяли, на путь справа будет. Вот. И все приезжают утром просто. Я вот в 9 утра спускаюсь вниз, они все приходят. У меня там, ну и потом там народу меньше, то здесь по 6 человек. И там вообще было все вообще в школе. Ну и целый день были в зале. Ну тоже, конечно, устаешь, потому что я снимала еще. В зале вечером там пиво пили на балконе. Утром расселили, потом опять было. Так 3 дня. Еще здесь сидишь 4 дня. А все юниорские, детские, они все по 3 дня. Все равно это легче. И там у нас меньше гораздо народу, чем здесь. Видишь, здесь еще на голову. Слушай, она мне не звонила. Она же сказала, возьми, да, я тебе позвоню. Я еще думаю... Не, я так и думаю, может тебе дать, потом думаю, нафиг. Что, она мне будет звонить? До конца! А ты его раскрути чуть-чуть, Сань, раскрути чуть-чуть, парня. Это что, Джуниор? Он Джуниор? Россию принёс. Ага. Тяжко. Я вижу, что тяжко. Мак у него отбор выиграл. Ага. На трёх. Но в трёх не было. Ага. Юниоры пошли резать. Просто ваше время уже ушло. Юниоры в этом году заразили. Девочка это выиграла. На тотальный выбор, кстати, читал Шамиль наш. Приглашаю в Стамбинике, Виталий Яркин, пройти контроль формы, автор муслимов, Шихам наш. Понятно, что это можно. С мальчика и борется. Он не борется. Просто ничего не борется. Белый не борется. Вообще молодец, сейчас Сима сказал. Максим Пономарев одержал победу на татами Анны. Приглашаются Даня Бетюниров, Илья Власов, приготовиться Сергей Хованский, Сергей Адыкаев.
Мне кажется, надо сами какой-то новый захват. Скручивайся, захват! Синий, скручивай, захват! Вот, на сам шаг, давай. На ногами С победу отрешал Василий Турлаев. Приглашаются на татами С Андрей Ивкин, Рустам Шагенов, приготовится Артем Синяков, Руслан Казаев. И просьба приготовиться участницам весовой категории до 48.